был третьей линии. Кафе Ме Чанг, супермаркет Нгуен Хуи, сокровище Анкора, гемологический центр, куда у вас моя скидка 12%. Покажите мою карту. И если вы пришли только с моей скидкой, то можете еще рассчитывать не только на бонусы от магазина, потом приходите в кофейню Андао. Вас ждет приятный сюрприз, если у вас покупка от $30. Продолжим дальше. Видео у нас про обувь. 2 дня, точнее, на самом деле, полноценно. 1 день как работает, вот только-только открылся новый обувной магазин. Кожа, ботинки, сумки. Адрес 89 Nguyen Khen Phat, Viet Space. Вот. Продавец и хозяин. Опа, вон, девочки поехали, не могу это не показать. Круто. Четвером на мотобайке, против шерсти, нормально. А вот это хозяева магазина, Артем и его отец. Вот, собственно, вот магазин, только открывшийся. Пока открылись, скидка 15%. Что здесь можно купить? Я знаю, что вот все знают там, допустим, где шьют обувь, почем и так далее. Сколько такие мокасины стоят? 850. Настоящая бычья кожа. Коровья кожа. Вот такие вот. 850 донгов. А какие есть размеры? Есть ли у вас русские большие размеры? Есть, конечно. Все где есть шьют? Где шьют? Вьетнам. Вьетнамское производство. Товарный экспорт. Вот такие вот. Все для гостей. Кеды-мокасины. Вот. А эти по 850. А такие ботинки в офис? 1 250 000. 1 250 000. Да, скидка минус 15% на весь товар. А это? Это 950. 950. Вот такие цены. О. Мягкие ботинки. Почем? 1 350 000. Вот интересный очень башмак. Почем? 1 350 000. 1 350 000. А я буду много. На что-то ценники есть. Вот. Да. Но это корова, как я понимаю, да? Стеснением, наверное. Вот. Но меня очень часто спрашивают, где купить недорого, чтобы оно выглядело вроде бы под крокодил, но это корова. Но зато 760 донгов. Что у нас тут еще есть хорошего? 460 такие сумочки. Но это вот 550, это кожзаменитель, да, джип? Вот. То есть кожа, есть кожзаменитель, а вот эти вот ботинки сколько стоят? 950-850. Можно договориться? В общем, я вам просто... О, огромный мокасин. Какой размер? Это у нас 46-й. Сколько стоит? 850. 850. Скидку от этой цены делаете? Делаете на это? То есть 850 еще минус 15%. И минус 15%. Да. Понятно. Ну, мужской будет обуви много. О, а такая кожа почем? 1 350 000. Ну, эти получше. О, вот хорошие ботиночки. Почем? Зимние. Такие стоят 1 450 000. Сделаем скидочку обязательно, договоримся. Ну, в основном мужской. А для женщин? О, для женщин есть тоже. Да, все. Вот кожаные, детские. Да. Сколько стоит? Где-то 550-450. Тепленькие. О, под дубленку сколько стоит? Да, зимние, это зимние. Ну, то есть мех внутри еще, да. Ну, мех-то искусственный или искусственные? Дети стоят где-то 250. Или это чей-то настоящий мех? Да, убили зайца и прикрепились. Да ладно, зайцы, правда? Ну нет, это не заяц. Это, наверное, синтетика под зайца, да? Не-не-не. То есть это кожа. Это кожа, а это кто? Это синтетика. Это писец. Ты сам издеваешься вы? Понятно, искусственный мех и кожа. Сколько детские ботинки стоят вот такие маленькие?
Не 150. Может до 6, да, можно скинуть больше. Ну тут есть что посмотреть, заходите. Сандалики почем? Сандалики дешевые, где-то по 250. Туфли. А туфли на женские 39-40 размер тут есть? Или только маленькие туфли? Понятно? Пойдем. Сумочки под крокодила. Вот как раз. А из кого они на самом деле, если честно? Это коровы или... Были рано утром крокодилы, а? Сюда привезли. Ну ладно, но я понимаю, что это шутки. Вот. Не, ну чувствуешься правильно, что ли? Вот такие сумочки. Не знаю, из кого. Почему? Почти крокодил. Да потому что такой крокодил будет стоить штуку баксов, мне кажется. А это вот то самое, о чем меня спрашивали женщины. Они спрашивали, где купить сумку за 400 донгов. Вот покажите, за 400 донгов какую сумку можно купить. Под кого-то там. Есть? Можно, конечно, найдем. Особенно для этих дам особенно найдем. Вот. Так что вот такой вот сумчатый магазин открылся почти на перекрестке. Заходите, во сколько открываемся, во сколько закрываемся? Мы открываемся 9:30 и закрываемся 9:30 тоже. То есть 21:00. Артем, где вы учили русский? Петербург. Здорово. И на кого вы там учились? На гостиничный ресторанный бизнес. Закончил университет с красным дипломом. Да вы что? Здорово. В каком году? Закончил в этом году. В этом году? Я сюда приехал сразу. Здорово. Спасибо большое. А вы сами из какого города? Из Нячанга? Или из... Я родом Россия, гражданство русское, то есть я русскоговорящий. Ого! Так вы россиянин? Ну да. По гражданству у вас российский паспорт есть? Да, да. Так, ребята, приходите к соотечественнику. Счастливо. Спасибо большое.